переходном возрасте подросткам необходимо самоутвердиться, поэтому они вступают в различные субкультуры. Готы, панки, а если родителям совсем не повезло, то эмо. А благодаря нашему проекту в стране появилась новая субкультура. Дети ходят в школу в коньках и разговаривают на болгарском. Встречайте, родоначальники движения Арзамаскеров, Лиза Арзамасова и Максим Ставицкий. Макс прекрасный учитель. Просто у меня такого не было никогда. Не я, нет, я не подлизываюсь. Это полная правда. Подлизывайся, подлизывайся. Нет, самый прекрасный. Хочешь, чтобы я пораньше отпустился? Ну, ты несерьезно просто понимаешь эти слова. Я действительно говорю, что ты прекрасен. Хорошо, что стоял сзади. Нифига я помог. Но, слушай, сердце, ты самый экстремальный. Просто что-то с чем. О Лизе, как о человеке, то есть узнаешь именно в такие как бы критические моменты, когда вот стресс, съемки, то есть видишь, как она боится, то есть понимаешь, что это на самом деле это еще ребенок. Тихо, все. Все, тихо, спокойно, все. И? Раз, подождите. И? Ну давай, неожиданно, сделай же. Я что-то, знаешь, все, 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 тихо, я прыгаю. Пам, да? Нет. Стоп, поддержка, поехали. И? Давай, я собран. И пошла на олимпийский рекорд, да? Фигня полная, давай сейчас. Все получается не с первого раза, а с сотого. Вот, и... Хотелось бы. Мне всегда очень хочется доказать, что я могу сделать какую-то красивую поддержку, какой-то красивый элемент, ну, но как бы я не старалась, ну, как бы я не старалась, не всегда получается. Я очень рада, что Максим дает мне еще и еще один шанс. Вот. И, в общем, Максим... Ну, мне, кстати, сказать-то нечего, на самом деле. Лиза Арзамасова и Максим Ставицкий. Лиза учится в 10 классе, но песня Виктора Цоя из кинофильма «Стиляги» называется «Восьмиклассница». Какая я, но жизнь изменится, теперь мы вместе выйдем в эту дверь и будем рядом все равно, какой ценой. Любой запрет, да грубых правил дела нет, и лишь тебе могу сказать, какая я. Ну скажи, Лиза, скажи, когда говоришь Лизе Арзамасовой, хочется искать синонимы слова «воздушная». Она летала сегодня в руках Максима Ставицкого. Ну, Лиза молодец. Природная органика, ей просто вот
удается то, что, наверное, пока никому не удается. Юношеская какая-то отчаянность и то, что она сделала вот эту сложнейшую поддержку. Понимаю, что Максим замечательный партнер, но просто надо реально туда взлететь. Вы абсолютно правильно сказали. И удержаться там. Ребятки, молодцы. Просто Лиза еще раз меня как-то убедила. На прошлой неделе был очень хороший номер и выступление. И сейчас еще раз. Помимо «Березки», а вот этот, когда ты ее целуешь на ну, поэтому две большие такие, два, ну, как мне понятные сбоя. Елизавета Арзамасова, Максим Ставицкий, оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 5-9. Средний балл 5,96 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,96 балла. Нормально. Общий балл 11,92 балла. Он должен был быть. Ингиборга, ты поставила высшие оценки. Да, я поставила лучшие оценки, потому что это очень цельный, очень... вот они такую себе задачу поставили, они ее выполнили, и они меня увлекли в этот танец, и я забыла, что это. И потом для меня были сюрпризы в танце, какие-то вещи, которых я не ожидала, что они произойдут. Фарух, я так понимаю, вы заметили некоторые ошибки, которые здесь были, и в технике, и в артистизме. Для меня Елизавета и Максим, они как-то особняком стоят. Объяснюсь, почему. Они для меня какая-то такая пара космическая, детская, очень чистая. И что-то такое непосредственно, бесконечно такое далекое в них существует. И это притягивает меня очень сильно. Были какие-то ошибки? Может быть, были. Почему не 6-0? Признаюсь честно, не знаю. Может быть, это чисто личное мое. Наверное, я не имею права это говорить, что касается Максима, который мне очень нравится как исполнитель. Но, Максим, чуть-чуть похудеть. Я извиняюсь, но, Максим, ты же танцор. А так пара, конечно, совершенно замечательная. Молодцы, ребята. Скажи, пожалуйста, в самом начале проекта не было ли у тебя опасений, что Лиза все-таки в силу своего такого нежного возраста, да, будет, ну, немножечко ограничивать территорию тех возможных тем, которые вы могли бы взять здесь, и на танцполе, и на льду. Не было ли? Были, конечно, это у любого нормального взрослого человека такие могут вопросы возникнуть. Но как только мы начали работать с Лизой, я понял, что это не проблема, а это мой козырь. Я считаю, что Лиза очень хорошая актриса. Не будем сейчас говорить гениальная, пафоса не будем добавлять. Но она вот настолько хорошая актриса, что сможет передать абсолютно любой образ и абсолютно любой возраст. А я хочу тебе сказать, что Лиза, между прочим, не только актриса, она еще и поет. И есть замечательный клип «Я твое солнце». Скажи, пожалуйста, означает ли выпуск этого клипа то, что ты собираешься, так сказать, начать карьеру певицы серьезно? Ну, вы знаете, у меня вообще такой ужасный возраст сейчас, что хочется сразу всего. Поэтому я стараюсь уделять время всему, что мне нравится. И петь мне тоже безумно нравится, поэтому я решила уделить и этому тоже время. Замечательно. А про возраст я тебе скажу, это так всегда бывает. Вот и мне хочется тоже, знаешь, многого. Вот, молодцы, удачи, спасибо.